То, что с кормушки попадало, они тоже собирают. Ты внутрь залазит. Надо будет им еще подсыпать вечером. Приятно смотреть, когда твою кормушку наконец-то кто-то посетил. В том году что-то мы ее прибили, но она не пользовалась спросом у птичек. Но в этом году стали активно посещать ее, клевать. И классно, что можно с окна теперь наблюдать за птицами. Как они кушают. И вот сейчас я, кстати, снимаю через окно, поэтому оно мутновато. С помощью зума снимаю. И мелкие мои движения рук, уже такая качка получается. Малейшие движения. И кормушка из кадра ходит. О, классно, тут даже две кушают. Ну, так что вот на дробленочку слетаются вот эти вот синички, а на хлебушек сороки. А воробьи, они едят из собачьей чашки. Отруби там всякое разное, то, что собаке даем. А вот, кстати, по-моему, воробей, да, воробей коричневый тоже кушает, кушать прилетел. Все, все улетели? Ой, поели и улетели. У нас сегодня 30 октября. Я что, вижу палку? Да, вот сейчас я пойду, и фея начнет ко мне приставать, да? А Вася вон пошел, снегу баловался. Я тебе дам. Вот почему ты всегда меня только будаешь? Рома, отходи! Рома, отходи! Иди сюда. Грязный нос. Пошли, Рома, от них, это они тут нас забудают. А Вася тоже защитник. Задавил. Ну ладно. Смотри, смотри. Тише, тише. Отойди, я пойду. Я не могу туда пройти, фея начинает меня играться, лезть, будать. А это его, Вася Ромку придавил тут на этом. Вася туда, бля. Задавил его тут своим весом Ромку, и Ромка сидит, пищит. Я посиди за жопу. Вот, слышишь, я тут все.
Лёшка что-то жрёт. Лёха, догонялки! Да догоняю тебя. Да. Бешеный поросёнок. Помогай спать. Ох, выдайся, выдайся. Но он балуется тоже, радуется, что его на улицу выпустили. А Фейка снег лежит. Смотри, чтобы она тебе не треснула, Вася. Я его распугал. Да. Он залу жрет, сколько надо ему. Ну-ка, Ром, подними вот эту побольше палку. Где? Вот эту коричневую такую же. Палку? Да, а то дай мне ее. От феи отбиваться буду, если что. Ну, Вася дуреет. Сейчас порвет этот диван до конца. Кресло, вернее. Иди-ка, жопа. Ты просто мне умножишь, самая. Иди, иди. Ну, он с тобой так баловался, придавил тебе малость. Ты его хочешь придавить. Фейка, он там жрет снег. Смотри, как угонишь его, потом не поймаем, как убежит в город. Кто? Василий. Он там за жестью, теперь не видно его. Вон он там, снег был копается. Пойдем, пойдем, пойдем. Да пойдем, сейчас фея за нами побежит. Ага, вон видишь, сразу интересуется, как нас забудать. Ну пойдем посмотрим, что он там делает. Ну иди посмотри, он клубнику там ест, выкорчевывает. Под снегом копает и ест клубнику. Фея! Вот получишь сейчас. Тупая я! Нет, я сложи. Как я через нее пройду? Потом папа нас пропустит. Да, он ест клубнику. Под снегом я ест. Вон фея дуреет. Смотри, какая. Подойди к забору ближе. Так он у нас не сможет прибить. А вон Вася кушает клубнику. Под снегом роет и ест. Фейка туда пошла. Рома его снегом кидает. Фейка пошла туда. А? Фейка туда пошла. Сейчас будет бегать туда-сюда, как угорела. Вася, что там такого вкусного? Клубнику ест он прямо эти побеги. Ладно, хватит его снегом, а то он замерзнет. Фея. Фея! Фея, 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 фея! Пошли домой. Вон фея стоит. Фейка! Он бежит, 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 лошадяра. Фей! Скажи, куда я? Не бойся, не бойся. Все, она успокоилась. Фея, пошли, пошли. Сейчас пойдет Вася доканывать. Ром, не подходи.
Она идет Васю доканывать. Вася, не подходи к задней ноге. Я кумиху ловит по снегам. Наш папа. Она тоже пошла есть. Не подходи к задней ноге. Сейчас вместо Васи тебе прилетит. Он идет сюда. Ладно, пусть ходит. Дуреет Вася тоже. Вот вообще, верно? Это и Нюка маленький, и Нюка. Ну-ка, все, не насыпай. Пусть они едят травку. Вон и фея ест там какие-то ветки. Отходи, видишь, можешь ногой стукнуть. Он так как даст копытцем. Что там? В этот раз нам папа привез хлеба для феи и для Васи. Кондитерских не привез. Ого. Ну да, тут теперь надолго хватит. На, жулик. Васи с феей кормить. Самса? Вот этого самсой можно. Сейчас мамка туда приедет. Это что, пополам с ними? Нет, я мешок один дам. Смотри, не упади там на льду. Танцор диско. Да, сейчас будем выгружать вот это все. Что для феи, что для вас, что для собаки. Вот эти вот прямо сильно плесень надо их. Свинья их не будет есть, корова их не будет есть. Перебирать надо. Так, вот мы поперебирали тут хлеб. Ну, что нормальное, тут для феи, для Васи. Такой зеленый отдельно хлеб. Вот тут дядя Артем приехал. Брусья забер. Нет, а я же его потом размачиваю, и ну, мне что потом, сарай за ним бегать? Вот здесь коридор. Надо. Ду-дун, тут ду-дун. Коридор, где у меня стоит, стоял. Гром, открывай дверь. Тут, короче, этот, брусья брали, чтобы крышу делать в сарае мамки. Потому что у мамки корова должна в январе телиться, надо ее где-то поставить, а там крыша плохая. Вот одну свинью Марию там закололи. Закололи. Продали, купили сегодня стройматериалы. Стройматериалы, немножко продуктов, немножко лекарств, немножко калош китайский. Куда бы мы без китайцев? Вон, а это ты сегодня купил? Айла, Ифа какая-то фирма, короче. Это что, это зимние кроссовки? Типа, не, ну как они зимние, не знаю, не кроссовки, короче, 8 с чем-то. Ну, выглядят неплохо. Ну, я хотел кроссовки, а у них, короче, это, подошва сильно такая толстая, нет, и много нашито сильно на носке. А мне фигово, я все время, бывает, мимо педали, когда промазываю, блин, у меня вот эти, они потом нитки обрывают. А здесь вон носок ровный, хороший, вообще для вождения. Калош, что, всем накупили? Угу. Не купили. Мать. На работе мне лазить, что целый день. Без китайцев же никак это. Без обуви и без трусов бы остались, если не китайцы. Потом батя поехал, они для велика внутренность купили, короче. На, у них там из трех только один остался. До звезд. Сюда Брусья, тут Серегу встретили. Брусья он за друзью. Мешок 1200? Там что-то покрасивее. Хлеба. Нет, а, он, хлеб, он хороший, он мягкий. Так, сильно мягкий. Ну, такой 40 тенге забыл. Почти что нормальный, короче. Мишки.
Это вообще хорошо для скотины, там хоть сам ешь. Да у нас вот, говорю, торты тут и Жулик ел, и Вася ел. И сегодня заходит кот и морда в шоколаде. Это нормально, вон в Германии вон показывают же у них. Специальные магазины есть, где эти товары уже такие, как конструктор годности. И люди живут. Да везде так, я это говорю, что те, кто там мажоры, там капец, да, офигенно живут, то они там могут себе позволить там выбирать. Нам... А нам выбирать не приходится. Мы взяли из мешка и выбрали там в мешке. Так, че, ладно, пока тебя. Спасибо, Серега. Да, и дядя Артем. Давай, пока-пока. А, уже рука замерзает. Ну давай, мыши, папа, пока.